Ну, привет, ребятки. Сегодня была в магазине, купила ножки, рульки. Это мне обошлось 4 евро. И буду варить холодец. Покажу вам, как я готовлю холодец. Это нам с мужем хватит, ну, наверное, так на 4-5 дней. Вот, смотрите дальше. Ребятки, ножки уже один раз заварила. Их помыла, опять налила чистой воды, положила луковицу одну, морковочку. И сейчас брошу еще пару лаврушек и перчиков. И это будет вариться у меня на медленном огне, так около часа-полтора. Ну, буду смотреть, как мясо будет, если отвалятся косточки. Уже мягкое мясо, ну и тогда можно уже снимать с огня и резать мяско. Ну вот, ждем. Ну вот, мясо уже варится больше часа. И знаете, еще мясо твердое. Еще надо каких полчаса, наверное, 40 минут поварить. А вот морковку уже можно вытащить, она уже сварилась вся. Ну, вот такое мясо красивое. Еще надо закрыть крышкой и пусть варится на медленном огне. Пусть тушится она. Ну, вот так. Продолжим. Вот, мясо уже сварилось. Оно уже мягкое. Уже, вот смотрите, здесь отделяется прямо от костей, все падает. Вот, берете. Она все мягко протыкается. Все, мясо уже готово. Теперь я процежу этот бульон, что остался, и буду измельчать мяско. Я здесь залила бульон, что осталось, лаврушка, это перчики, уже все, ничего не надо нам. Теперь он чистый, его теперь надо посолить, чесночка добавить, приправы можно, какие вам, любые, какие вы любите. Но чесночок обязательно. И добавим мясо потом. Вот, резаю уже мясо, измельчаю на такие кусочки, чтобы было что-то покушать. Не очень мелко, не очень крупно. Вот. Уже одна косточка уже сделалась. Теперь вторая и третья. Что получится, потом увидим. Ребята, я уже все почистила. Уже сняла косточки. Вот сколько косточек осталось. Сколько мяса. Одна тарелочка, другая тарелочка. Сейчас все отправлю в бульон. И будем солить, приправы добавлять. Уже здесь чесночок есть, приправы, соль. И сейчас это мясо, вот здесь, что получила у меня. Сейчас надо закинуть ее в водичку и довести до кипения. Не довести, только-только булькать будет и выключить уже. А бульончик надо всегда пробовать. Если нравится вам соли, то не добавляйте. Ну, у меня здесь вышла где-то 1 чайная ложка соли. Ну, это. Ну, вот, посмотрите, сейчас я закинула все мясо. И вот сколько воды и сколько мяса. Почти полная кастрюля получилась. Я даже не добавляла ничего. Раньше-то добавляла и воду, и все. А сейчас ничего не добавила, ни желатина тут нету. Тут все натуральное, как варилась рулька. Ножка, так все и есть. Сейчас заварим и будем разливать. Ну вот, ребят, я уже подготовила тарелочки, в которые буду заливать все. Это морковка, то, что я варила. Ну, так сделала цветочки. И вот смотрите, сейчас оно начнет кипеть. Уже все, можно выключать. Все. Видите,
Уже немножко булькает. Слышно? Все, можно выключать, а то потом будет нехорошо. И все. И наш холодец уже разливается. Сейчас мы размешаем. Так, чтобы все однородно было. Вот, смотрите. Так, мясо. Это холодец. Очень вкусный. Муж уже попробовал на вкус, как с солью хорошо. Специи не надо было добавить, ничего. Вот так вот разолью и буду остужать в холодном месте. Вот, смотрите. И потом это все будет красиво смотреться очень. Можно холодец на другой день из тарелки снять и вывернуть его в обратную сторону. Так. Ну, я сейчас отключусь, все сделаю, потом покажу вам. Ну вот, ребята, я разлила все по тарелочкам. У меня получились 4 тарелочки. Это очень много из такого количества мяса. И это мне обошлось в 4 евро. И это будем кушать, ну, 5 дней точно. На 5 дней за 4 евро. А вам так удается сделать? Ну вот, завтра покажу, когда оно уже остынет и как получится. Все. Всем привет! Посмотрите, какой холодец. Он простоял всю ночь. Форма держится отлично. Сейчас мы пойдем пробовать. Всем приятного аппетита. А вам так получается?